Антон, здравствуйте. Какую компанию вы представляете? Здравствуйте. Я представляю компанию OFD.ru. Мы оператор фискальных данных, оператор электронного документа оборота. Представляем решения для малого, среднего, крупного бизнеса в офлайн-ритейле и в онлайн-ритейле, соответственно. Сегодня на выставке вы представляете какую-то особенную услугу или весь спектр услуг, которым обладаете? Мы сегодня сконцентрировали внимание наших потенциальных клиентов и действующих клиентов и партнеров на одной услуге, которая крайне необходима всему Якому. Это онлайн-фискализация. У нас есть продукт, который называется «Ферма». «Ферма» — это облачное решение, в рамках которого вы можете фискализировать свой эквайринг. Если у вас есть интернет-магазин, если вы относитесь к ЖКХ, транспорт, все эти сферы, они должны выбивать электронные чеки, при этом им физически касса не нужна. Им нужно куда-то отправить информацию о произведенной оплате, и эта информация должна быть по закону фискализирована, то есть с использованием фискального накопителя и так далее. Вот. В общем, этот сервис, он ровно про это, про фискализацию платежей. Какая, может быть, есть инновация в вашем сервисе? Что до конца года вы планируете внедрить? Или пока все работает идеально, и вы пока просто используете это? У нас продукт давно работает. Мы на рынке уже год с этим продуктом. Как оператор фискальных данных уже 3 года. Поэтому все наши действия, они, собственно, направлены на то, чтобы решение сделать максимально удобным с точки зрения UX, с тем, чтобы можно было удобно заплатить, посмотреть, увидеть в личном кабинете все свои транзакции, сравнить их с теми продажами, которые есть в учетной системе предприятия и многое-многое другое. А вот этот сравнительный анализ, это тоже какой-то инструмент, который позволяет его провести? Да, у нас к нашему продукту «Ферма» прилагается личный кабинет. Личный кабинет работает для всех наших услуг, он не перегружен, то есть он показывает ровно ту информацию, которая касается тех услуг, которые вы приобрели, а так он един. Это очень удобно. Да. Желаем удачи и развития вашему проекту. Спасибо. Спасибо. Вам всего хорошего. До свидания. Яком Экспо 2019. Retail.ru. Фирма 1С.